Молодежь Ленинского района продолжает делать свой город чище и краше. Сегодня была проведена уборка опавшей листвы и сухой травы на территории Брестской крепости. Экологическая акция состоялась в рамках общереспубликанского проекта «За делом», цель которого – вовлечение молодых людей в благоустройство и наведение порядка. Мы решили провести и убрать на территории мемориального комплекса «Брестская крепость – Герой» в связи с тем, что, как говорится, это священная земля, на которой нужно всегда наводить порядки. Если для кого-то наведение порядка на земле – это разовая акция, то для активистов Союза молодежи работа постоянная. Воодушевляет и то, что Брест называют одним из самых чистых городов. Ребята гордятся тем, что в этом есть и их заслуга. Сегодняшняя акция приурочена к 75-летию освобождения Беларуси. Гордимся тем, что наш колледж находится практически на территории Брестской крепости. Каждый год мы облагораживаем территорию. Также мы хотим, чтобы в этом участвовали не только наши учащиеся торгового колледжа, а также принимали участие другие. В трудовом десанте приняло участие более 20 человек. В основном это учащиеся торгово-технологического колледжа. Кстати, ребята учебного заведения сами предложили организовать акцию по уборке.